Отследи обстановку. Ты силен, непременно. Я вижу в тебе отличного бойца. Я бы даже сказал, ты машина смерти. Но как жаль, что ты не блещешь умом. Пули тебя не берут. Мои солдаты ничего не могут против тебя сделать. Но как же удачно ты зашел в эту комнату. Она специально для тебя была сделана. Пули пулями. Но от газа тебя не спасет твоя долбанная регенерация. Впустите газ! Смотри, эта тварь еще двигается. Какое оружие изъято? РПГ-7, пистолет ПТ, АКСУ, револьвер. Обрезана двустволка, помповый дробовик, какой-то непонятный регулятор, снайперская винтовка. Сержант, постойте, я хочу у него спросить, в какой жопе ты это все носил? Какой интересный экземпляр, заключенный, проделал такой путь. У нас не так много времени, коллеги. Здание активно штурмуется, так что записывайте быстрее мои слова. В крови и тканях данного объекта обнаружена высокая концентрация пси-вещества, что способствует проявлению у человека своего рода способностей к установлению кожи. Но если по-простому, регенерация. Необходимо провести быстрый эксперимент, чтобы убедиться в этом. Записывайте, коллеги. Сейчас я сделаю надрез. Не волнуйся, больно не будет. А черт. Так, ждем. Обратите внимание, насколько быстро заживает ранение. Это просто невероятно. Приведите его ко мне. Я хочу лично на него посмотреть. Господин президент желает вас видеть. Что ж, приятно было познакомиться. Господа, отведите его к мистеру президенту. Самый легендарный код 4-8. Ты думал, будет какая-то финальная битва? Как ты красиво всех спасешь? Жаль, жаль, но такое бывает только в сказках. Придумай, как убить меня, и закончим с этим. Я не собираюсь слушать твою хуйню. На самом деле у меня нет к тебе ненависти. Я бы даже сказал, я восхищаюсь тобой. Проделать такой путь, да еще в одиночку. Скольких ты убил? Ты считал? А вот я считал. Этот взрыв, эти мутации, они даже сыграли мне на руку. Мутанты на самом деле безобидные, их нечего бояться. Они настолько никчемные, что уязвимы к ультрафиолету. Днем они не опасны, а убивать их одно удовольствие.
Что касается повстанцев, это жалкие детишки, которым дали шанс поиграть в войнушку. Эти детишки добрались до твоей башни. Эти детишки справляются с твоими солдатами. Не думай, что ты один такой всесильный. Правду говоришь, но они не опасны. Я им по большей части поддаюсь. Мне нужно, чтобы эти черви вылезли из своих норок. Если я обрушу сразу всю свою мощь, они опять спрячутся, как крысы. Все не так однозначно, как ты думаешь, код 4-8. У меня есть имя. Знаю, Влад, Владян, Владик, как тебе угодно. Пока повстанцы доберутся до последнего этажа, я уже улечу на вертолете. За меня не волнуйся. Опасен лишь ты. Но я дам тебе свободу, дам тебе власть. Ты будешь моей второй рукой. Зачем тебе возиться с этими крысами? Ты же этого хотел. Как ты себе это представляешь? Вот видишь, ты уже торгуешься. Мы подпишем договор, и мы с тобой партнеры. Освободите его! Не волнуйтесь, он не сможет мне как-то навредить. Я его не боюсь. Ну что, вот он, твой последний шанс. Подпишем и сядем в вертолет. Мы восстановим эту страну, и она будет все такой же великой. Ну чё, пидорасы, на кого теперь работать будем?